Столица Верхней Волжии на ближайшие 5 дней стала одним из центров археологии. В наш город съехали специалисты из многих регионов страны, чтобы принять участие в 23-м международном семинаре «Тверская земля и сопредельные территории в древности». Об основных темах докладов вы узнаете из нашего следующего репортажа. Доклады охватывают несколько огромных и важных периодов истории человеческого общества. От каменного века до раннего средневековья. Времени, когда на территорию нынешней Тверской области пришли славяне. Однако до них здесь существовали другие, самые разные цивилизации. И в древности, и сейчас она была распахнута на все 4 стороны. И поэтому население, которое здесь пребывало в стародавние времена, вот, оно приходило с самых разных мест. В работе семинара принимают участие специалисты из многих регионов России, от Архангельска до Урала. Кроме того, из-за коронавируса в онлайн-формате к ним присоединились коллеги из стран ближнего зарубежья и Скандинавии. Профессор и доктор исторических наук Юрий Сериков приезжает сюда из Нижнего Тагила уже в 19-й раз. Ему очень нравится формат Тверского форума археологов. 20 минут доклад. Спокойно, без всякой спешки. А то на конгрессе тебе дают 10 минут и еще постоянно обрывают. Затем, как минимум, минут 20 идет обсуждение. То есть, когда ты ставишь проблемный доклад, его полноценно обсуждают. Доклады и научные дискуссии в актовом зале медуниверситета, который гостеприимно принял археологов, будут идти вплоть до 27 марта. В этот день участники семинара уже не станут зачитывать свои работы, а выйдут на улицу. Их ждет экскурсия по Твери, а также визит в Лихославль, где расположен Карельский национальный краеведческий музей.